Всем привет! Вы на канале Покашеварим, и сегодня рецепт! Рецепт свиных ребрышек. Причем не просто ребрышек, а томленых ребрышек. Потому что посыпать солью, перцем и вот так вот на гриле все это обжарить может каждый, и это довольно просто, но они все равно получаются не мягкие, не разваливающиеся. А для меня вкусные ребра – это когда вот косточка отделяется легко, когда мясо такое все, знаешь, на волокна. И сегодня мы приготовим именно такое мясо. Метод называется slow-mo, хотел сказать. Короче, медленное томление в духовке. Очень классно. Естественно, это будут ребра под соусом барбекю, который мы сделаем сами. Давайте! Ребра обычно продают в двух видах, в жлобском и не в жлобском. То есть, когда сверху есть еще слой грудинки, так сказать. Либо, когда грудинку срезают и продают ребра, ну, заподлицо срезанные. Понимаете, мяса тут немного. Но такие самые кайфовые, я не знаю, вот они в томленом виде получаются самые классные. С ними, по большому счету, делать ничего не нужно. Ну, максимум, что разделить сразу на порции, если хотите. А зачем, если это можно делать потом? Я не буду этого делать. А так, если хотите, по две штучки, по три можете нарезать. Мы сейчас сделаем такую маринадную натирочку. Добавим где-то полторы ложечки соли. Столовую ложку паприки. Ну, примерно тоже столовую ложку черного молотого накрякаем. Можете уже молотый, конечно же, использовать. Любые травки, которые вы любите, у меня это классические орегано. И я использую сушеный чеснок. Можно свежий, в принципе, не возбраняется. И сахарочку немного. Все это перемешиваем. Как вы понимаете, в чем мариновать, чем натирать ребрышки, это дело фантазии. Ну, как бы паприка хорошо, специи хорошо, орегано хорошо, перец, соль. Это просто обязательно. Остальное, что хотите, добавляйте. Любимые специи, ненавистные специи, какие хотите специи. Все, натирочка готова. Ребрышки теперь. Вот смотрите, что мы с ними будем делать. Мы их обильно зальем маслицем. У меня оливковое. И хорошенечко от души засыпем засыпкой, правильно. Она же маринад. Я с ребрышек не снимаю никакие пленки, потому что в этом нет смысла. В томленных ребрышках все разойдется, ничего не будет мешать при поедании, я вам отвечаю. Все, у нас закончилась натирка. И, в принципе, мы все извозюкали, все как хотели. Далее мы можем оставить эти ребрышки промариноваться. То есть, например, вы утром едете что-то готовить на дачу, вечером приготовили, положили в холодильник и утром поехали на дачу, закинули в коптилку, допустим. Или просто завтра вечером к вам приезжают гости, а вы такие вчера еще подготовили, замариновали, и у вас готово. И в принципе можно даже не мариновать, то есть за время приготовления, которое уйдет на эти ребрышки, все вот эти вкусы, они и так пропитают мясо. Плюс у нас еще будет бомбический соус барбекю. Давайте представим, что эти ребра у нас уже промариновались, мы такие достали из холодильника, да это и не обязательно, серьезно. То есть даже можно не представлять, что они промариновались, а представить, что они вот такие, какие есть. Все честно. Мы запечатываем фольгой просто исключительно для того, чтобы лишняя влага не выходила из нашей формы, чтобы ребрышки оставались сочные, мощные ребрышка. И отправляем медленно томиться. А для того, чтобы медленно все томилось, нам нужно что? Правильно, невысокая температура. Если мы поставим духовку на ту температуру, к которой мы все привыкли, а мы привыкли всегда слышать 180-200 градусов, то, конечно, это будет недолгое томление, это будет быстрое, максимально быстрое высыхание мяса. Нам это не надо, поэтому мы ставим, ну, где-то 110 градусов, 100-120, ну, как получится. У меня тут нет четкого градусника. Приблизительно я поставил на 110 градусов. И включаем верхний и нижний нагрев. Отправляем туда мясо. Вот оно. И забываем
Да вот сколько времени не жалко, настолько и забываем. Ну, часа хотя бы на 4. В принципе, они будут готовы уже там через час при такой температуре, полтора, наверное. Но для того, чтобы они стали действительно мягкими, надо 4-5 часов. В общем, поставили и забыли. Мы приготовим соус барбекю. Начнем с троицы несомненных вкусняшек. Это лук, чеснок и имбирь. Очистим его. И я просто нарежу его вот на такие ломтики, чтобы их можно было потом достать из масла. Чеснок. И возьмем небольшую луковицу, ну, либо половину большой луковицы. Соус я буду делать в кастрюльке, мне так удобнее. Я добавляю масло, ставлю на огонь небольшой. И сразу вкину имбиречек, пускай он отдаст аромат, и потом мы его достанем из масла. Тупо прогреем чуть-чуть. Немножко обжарили имбиречек и достанем его. Его есть отдельно не очень вкусно, а вот аромат он свой отдал. Отправляем лучок. И чеснок сразу. Добавляем пару столовых ложек томатной пасты или хорошего кетчупа. Соевый соус. Где-то 2 столовые ложки винного уксуса. У меня бальзамический. 2 ложки меда. И чтобы сэкономить мед, мы можем еще добавить немножко сахара. Либо еще ложечку меда. Давай не будем уже что-то гулять так гулять. Это еще не все. Русская горчичка пошла. Очень в тему. Черный перец с солью, естественно. Это же соус как-никак. Пару щепотей соли. Даже 3, наверное. И столовую ложку паприки. Видите, да, очень знакомый такой темно-темно-коричнево-бордовый цвет соуса барбекю. Он получился довольно жидкий, поэтому я его повыпариваю. Это хорошо, во-первых, все вкусы объединятся. Во-вторых, густота его станет максимальной. Пускай выпаривается на небольшом огне. К моему большому сожалению, у меня закончился соус Worcester. Если бы он у меня был, я бы туда его еще добавил тоже. Ложки 2 столовые. В общем, если есть, добавьте, реально будет вкусней. Минут через 20 соус загустел. Мне кажется, вот такой консистенции вполне достаточно. Можно выключить и пока отставить в сторонку. Прошло 4 часа. Ребрышки уже, в принципе, готовы. Но нам надо все это, конечно, довести до вкуса. Чтобы сильно не засерить. Все, что нажито непосильным трудом, мы застелим это пергаментом, это решетка. Доготавливать я буду уже на решетке. Переложим ребрышки на их законное место. И вот этот маленький кусочек пускай будет где-то рядом. Часть мясного сока мы перельем к соусу. Он станет у нас опять пожиже. Естественно, повкуснее. Вы чё? И теперь смажем наши ребра. Еще на некоторое время я упакую это в фольгу и на часик отправлю с соусом. А уже потом мы это подзапечем до корочки, которая нам будет интересна. Естественно, под решетку лучше все равно поставить противень. И вот так отправляем в духовку обратно. На этот раз поставлю повыше. Пускай дальше томится. Ну что, настало время довести это уже до кондиции. Нелепыми варежками пытаемся снять верхний слой. И давайте уже дозапечем наши прекрасные ребра. Отправляем обратно.
Все, спустя каких-то 6 часов. Все готово у нас. В общем, вот ради этого все и затеивалось, чтобы получить мягкое мясо в офигенном соусе. Ой, грязная морда, да пофиг. На самом деле это мясо можно томить еще дольше, засунуть там на 10 часов при 100 градусах. Это будет отлично. За 4 часа томления, которое было у меня, оно успело стать мягким, вне всяких сомнений. Оно может быть мягче, если хотите, делайте. Дольше томите, оно будет вообще разваливаться. Это та консистенция, которая, пожалуй, нравится мне. Хотел бы я вообще, чтобы на волокна разваливалось. Может быть, но тогда само мясо было бы суши. То есть тут вот постоянная такая грань. Чтобы сделать оптимально. Вот для меня это оптимально. 4 часа плюс где-то еще час-полтора на доготовку. Самое то. Офигенно. Повторяйте. Всего вам вкусного. Wow.